Радий представити нашого ранкового гостя, тренера з публічних виступів Сергія Стужука. Доброго ранку вам, дякую, що ви з нами. Доброго ранку. І так, це вже в нас чергова зустріч в Ютубі, якщо можете переглянути попередні наші майстер-класи з того, як підготуватися до публічних виступів. Сьогодні ми говоримо про дебати. Так. Як правильно підготуватися, що нам для цього треба? Дорогі друзі, я хотів би сказати, що зачастую приготовлення к дебатам, подготовка к дебатам, вона дуже схожа з тим, як ми готуємо пищу. Сегодня мы будем готовить шашлык. Очень быстро, за 10 минут у нас должен быть готовый замечательный шашлык. Что такое дебаты? На самом деле дебаты это всего лишь, если условно разделить, это всего лишь аргументы, контраргументы и ответы на вопросы. Ответы на вопросы мы уже рассмотрели, и еще, наверное, мы с ними познакомимся. Сегодня мы узнаем, как же все-таки построить правильную линию аргументации, как сделать так, чтобы ваша речь была убедительная, четкая и понятная. На самом деле это очень несложно. И вы сейчас в этом убедитесь. Очень легко, тем более, что есть вот уже запах еды, с самого утра так хочется что-то покушать вкусно. Я думаю, что приготовление к любым дебатам, это в первую очередь, ну, хорошо покушать, чтобы потом не терять сознание, когда будут какие-то сложные вопросы задавать. Итак, что нам нужно, кроме куска мяса, и что мы будем с ним делать? Самое главное, смотрите, дорогие друзья, мы же не едим кусок мяса сразу же. Пусть даже пожаренный, сваренный и так далее. Он не влезает в глотку. Мы его разрезаем на кусочки. То почему мы считаем, что, допустим, наша информация, которую мы несем, без пауз, без разделений, она идет хорошо, она идет плохо? Надо разделять аргументы. Дробите факты. Совершенно верно. Этим мы и займемся. Я попрошу вас помощи. Да. Мы должны разрезать на несколько кусочек этот кусок мяса. Вот так. Такое сегодня, знаете, предпраздничное у меня предчувствие. Вечером будут праздновать все журналисты, все телеведущие, все свой профессиональный праздник. Так, разрезаем на несколько кусочков. Да. Кстати, пользуясь случаем, поздравляю всех работников радио и телевидения с вашим профессиональным праздником. Вот мы как раз и готовим уже шашлык по этому случаю. Дорогие друзья, что я хотел отметить. Частая ошибка, остановлюсь даже на двух ошибках. Первая ошибка – взять хороший аргумент и его обсасывать со всех сторон. Это неправильно. Он может не попасть в цель. Второй вопрос, если вы аргументов, это чаще всего такая ошибка есть, что очень много аргументов. Один, второй, и считается, что чем больше аргументов, тем лучше и убедительнее будет речь. Это частая ошибка, это неправильно. На самом деле были исследования американцев, ученый Миллер сказал, что реально только определенное количество единиц новой информации человек запоминает. И если я сегодня скажу, назову телезрителям нашим 20 городов Зимбабве, я надеюсь, они их не знают, либо 100 городов Зимбабве, роли не играют, они в среднем запомнят 5 городов. Но кто-то более грамотный запомнит 7 городов, а кто-то, ну, может быть, не сильно внимательный. Я понял, мы на среднестатистическом ориентируемся, у нас будет 5 кусков. Нет, мы ориентируемся, самое главное, на самого слабое звено. Кто отвлекается, пьет кофе сейчас или может думать о другом. Поэтому 3, чтобы охватить все. Вот, у нас это с запасом просто. Да. Поэтому, если вы готовитесь к выступлению, вам нужно подготовить 3 аргумента. Второй принцип. Нужно эти аргументы дробить. Поэтому нужно знать, что эти аргументы дробим паузами и еще одним маленьким секретиком. Но в первую очередь, всегда мы готовим в начале вступления и заключения. Дело в том, что принятие решений людьми – это процесс иррационален. Любой психолог вам об этом скажет. И иногда люди принимают решения не под тяжестью неоспоримых аргументов, а только потому, что вы им понравились. Атмосфера была хорошая. А когда она создается? На стадии вступления и заключения. Вот, так и есть. У нас вот помидорчик, это будет наше вступление. Оно должно быть таким основательным и большим, я так понимаю. Оно должно быть пространным, без какой-то конкретики, без цифр, без фамилий. Цель подключения аудитории к себе, привлечение внимания. Но еще не сама суть. Аудитория у нас на крючку. Да, есть. Самое главное, я хотел бы показать, вот это вот не зря я взял. Дело в том, что это у нас линия доказывания. У нас есть определенная цель, и вот мы к ней идем. И первое, что мы сделаем, вступление. Потом у нас идут 3 куска нашей информации. Я попрошу вас, давайте самые большие. Давайте вот, самые большие. 3 куска информации. Самое важное еще что? Мы их разделяем. Мы их разделяем не только паузами. Чтобы абсолютно четко понять, что эти четкие 3 информации, и они разделены между собой, мы их нумеруем. Самое простое, это просто сделать первое, второе,
Третье. Именно так мы с вами и будем делать. Сейчас мы сделаем некоторые вопросы необычные, поэтому смотрите, вот у нас, мы чтобы, у нас есть лук, конечно, да, но мы решили сократить время и наши слезы, поэтому здесь мы их разделяем, эту информацию, кусочками лука. Да. Завершение. Многие, кстати, гурманы говорят, что лук вообще-то между мясом не надо. Если вам нравится печеный лук, как и печеные помидоры, лучше его взять отдельным куском. Так сделаем и мы. То есть это у нас будет, по сути, какое-то уже завершение. Совершенно верно. Ну, чувствуется профессионализм. Да, вообще, вот. Да. Самое главное, что сегодня сберегли профессионализм, не буду плакать есть. Так, чуть-чуть плотнее. Да. Чуть-чуть, совсем, чтобы у нас было видно острие. Вот, дорогие друзья, сейчас я делаю необычное. Если вы хотите четко, чтобы люди поняли ваши разделения, ваши аргументы, вы должны их нумеровать. И когда вы говорите, сейчас я о чем-то расскажу, и, во-первых, это необычно же, да? Обычно в шашлык не вставляют эти штучки. Во-вторых, вот. И в-третьих, возьмем разные, чтобы были. Вот это. Вот, не хочет. О, отлично. Есть. Вот. Если вы, и потом вы завершаете. Вот ваша линия аргументации, если вы хотите реально убедить. Что можно сказать? Кроме всего еще, добавка, что вы, когда будете говорить, желательно тезис повторять после каждого момента. Если вы... Ну, давайте я сделаю пример. Давайте, вот пример по этой модели. По этой модели. Если мы можем взять модель крупнее, это будет вообще здорово. Что мы скажем? Ну, давайте необычное скажем. Спиртное – это яд. Я имею множество аргументов, но... Я остановлюсь только на трех. Во-первых, спиртное уменьшает вашу реакцию. Спиртное влияет на ваше вождение. Именно поэтому большинство ДТП происходит именно в состоянии опьянения. Именно поэтому я считаю, что спиртное – это яд. Во-вторых, спиртное уменьшает ваше здоровье. Это не только печень, это ваши мозги и другие части тела. Именно поэтому я считаю, что спиртное – это яд. И в-третьих, уже учеными доказано, если вы постоянно употребляете спиртное, то дети могут родиться больными. Очень большой шанс на это. И даже если вы перед этим год не пьете, не употребляете спиртного, все-таки шанс остается. Поэтому я убежден в том, что спиртное – это яд. Дорогие друзья, я сам в молодости перепробовал, наверное, все спиртные напитки, которые могут. Я пил все, что нельзя было съесть. Поэтому я убежден на собственном опыте, что спиртное – это яд. Вот приблизительно пример аргументации на вскидку, с чем, возможно, со мной не все сейчас согласны. Сейчас половина Николаева бросила пить. Вот таким вот образом мы приготовим. Вот обратите внимание, после каждого тезиса я еще повторял. Это еще один секрет. Дело в том, что повторение – это убеждение. Реально, кажется, просто. На самом деле, не зря говорят, что то если есть, по вы... сути, какая-то легкая манипуляция вот этой фразы. Это даже не легкая манипуляция. Если вы посмотрите на выступление Трампа, то он постоянно повторяет нужный тезис, когда он говорит. Говорит об опасности, либо о войне. Поэтому, когда вы выступаете, не стесняйтесь. Вспомните фразу. Если часто вас называют свиньей, то скоро вы захрюкаете. Поэтому минимум вы должны повторить 5 раз свой тезис. И тогда он будет более убедительным. Вот именно так у нас строится убедительная речь. И когда, если мы это сделаем, то в конце концов мы получим приблизительно, у нас есть супер фотомонтаж. Раз, два, даже... три, опс, телевидение, штука. И все, и у нас получается вот такой результат. Уже даже с этими, уже с разделениями, паузами, конечно. Дело в том, что часто еще хочу остановиться на ошибке и сказать, дорогие друзья, не смешивайте ваши факты. Дробите их. Если вы выступаете полчаса, либо больше, вы можете единицы информации добавить больше, не только три. Но лучше сосредоточьтесь на них. Выберите самые главные, а может быть разные по... Ну, то есть, по сути, их может, например, быть пять, но три основных ключевых, да? Да. И еще маленький секрет. Как в анекдоте с Штирлицем запоминается всегда последнее. На самом деле, если говорить точно, первое и последнее. Поэтому, если у вас три факта, самые главные должны быть в начале и в конце. Убедительные, мощные, и которые реально должны повлиять на аудиторию. Если аудитория разная у вас, вы должны подобрать для разных людей. Для женщин такой аргумент, для детей такой аргумент, для мужчин такой. То есть вы должны с разной философией подобрать. И тогда вы больше убедите людей в своей правоте. И не забывайте, когда вы выступаете в дебатах, вы убеждаете аудиторию, а не своего оппонента.
Именно вот таким вот образом мы с вами работаем с дебатами. Вот так, друзья, на самом деле все очень просто, все очень легко. Анализируем все это, и, конечно же, ассоциации с едой, наверное, самые простые. Вот так, знаете, как в том фильме, учись, студент, да, кто не работает, тот есть. Спасибо большое за шашлык, друзья. Ну что, ось таким був сьогоднішній наш майстер-клас від Сергія Стужука. Долучайтеся, наступного четверга ми також розкажемо вже наступні секрети. Вже є, яка тема буде в нас наступна? Да, як я сказав, дебати – це аргументація і відповіді на питання. И хотя тема эта уже была, она была, имела самый большой отклик. Mm-hmm. Люди хотят отвечать на каверзные вопросы, уметь отвечать. Люди хотят научиться отвечать, когда у них нет ответа. Особенно, когда у них скоро экзамены. Поэтому следующая передача будет посвящена опять ответам на каверзные вопросы, ответам на вопросы, на которые у нас нету вопросов. Тема, да, тема студентства все ж таки залишається. Вчиться студенти, все буде круто. Вам дякую еще раз.